Турок, ты прям можешь их убить. Пилот у тебя справа сверху был, легион сверху. Ничего он уже не сделает против троих. Мне кажется, они тебе дадут пиздюлей. Да. Короче, по центру они прошли. А у него дождь был. Скотина. Нордика мы забрали. Еще одного, походу, тоже. Глупые примитивы. Ой, мне в спину пришел тон. Он бьет меня больно. Мне не... Глупые примитивы. Господи, что за слово такое? Сука. Ой, сволочь, простите. Норд в критике у них. Ну чё, нормально затащил? Бум. По очкам считай каждый по одному. Они все в одной куче стоят, нифига себе. Ну хаск, ну воришка. Ну да. Когда прет, значит прет. Да-да. Эх, не успел его убить. Лёха, тебе не жирно будет? Вообще. Ну, у меня вот, прёт, значит, прёт. Сейчас ты ему в спину прямо, давай. Вот. Вот, красава. Красава. Бом. Ведите меня в курс дела, что они любят делать? Обходить, рашить что? Да два иона рашат по флангам. Два иона? Да, они прям прут по флангу, по левому или по правому. Вот как сейчас по левому. Надо их останавливать. Не на центр ушли. Центр, центр, да. Центр, ребят. Они будут менять позиции. Кто на центре? Давайте, помогаем. Оп, отхватил он от меня внезапно, походу. Да пропустите, ну ёб вашу мать. Так, у меня ядро, ребят, короче, пропустите меня. Давайте заходите. Легион, побейте. Легион. Уходи, нет, турок. Уходи, нет, стой. Всё под контролем, не ссы. Гасите этого падлу. Сука, блядь. Ты чё, бессмертный, что ли, в натуре, блядь, так играть на ионе, блядь? Да на тебе, ёпты. Пидрила, блядь. Ну, изи. Мы ещё все живы. Лощина изи. Не, ну вы... Господи, что... А, Веном же у нас Ронин. Я уже и забыл, 100 лет с ним не играл, кстати. Артур, я и забыл, что ты у нас Ронин. Как ты? Каск! Изи! Сука. Все, кул, я лагнул.
Ты посмотрел Battlefield Friends, да, смотрю тебе? Да-да-да, вообще. Хорошо так зашло, я, наверное, еще раз его пересмотрю. Ты все 6 сезонов посмотрел? Да. Все, последний. Мне больше нравится этот бомбящий инженер, он мне меня напоминает в игре. Да-да-да, я тоже хотел сказать. Чуть-чуть сразу орать. Чуть-чуть сразу орать. Да как так? Почему? Это вы про кого? Battlefield Friends смотрел? А, не-не-не, не смотрел. Посмотрите, зайдет. А ты, ты в озвучке Playground смотрел, Хаск? Ну, не знаю, та самая русская озвучка прикольная была. От Playground-то. Ну-ну, повышен, да? Повышен! Да-да-да-да-да. Тебе поугарал? Особенно этот полковник, вас когда-нибудь убивали? Нет, нет. А, хотя был один случай. Был один случай. Так, слева просвет никого не дал. Вот, у меня тут веселуха. Все, спасибо, Гардиан, спасибо, вообще, как да, Супермен меня спас. Витаю. Вовремя так появился. Он меня немножко врасплох застал. Да что ж вы всех забрали? Да. Даже разгуляться не успел. Блин, я думал, это я забрал. Я так ультовал у него от души. Это кто у нас снайпер? Гардиан, да ты? Ну вот жу-жу. Я налево пойду. Я в пещеру. Ну я с Саней пойду. Правда он жирный, блин. По моему просвету первому ничего не было. Хаск, свети ты дальше туда, на центр. Мой КДшица. У нас чисто, все у ребят. Рашем. Быстрее рашем. Давайте, пацаны, быстрее. Нам что-то тяжко здесь. Меня все разобрали. Да ну нахер. Да? Я что, один, что ли? Мы долго обходили. Прямо как фейерверк. Здорово ты уделал этого титана. Ух, там, блин, Веном рашит, конечно, как черт. Смотри, что творит, а? Ой, сгорел он, блин. Их двое там, наверное, осталось. Все, я скорча забрал. Ты видел текстуры, как он? Вот блядство, вот опять, блин, какая херня какая. Там Норсер простреливает, я даже не знаю, что делать. Рашить не получится, надо нашим помогать, наверное. Пиздос, что за хуйня, блядь? Я уже в обречёнке. Жарь его, Саня, жарь этого гандона. Скорч обходит нас, точнее меня. Давай, Саня, у меня, правда, жидок очень мало. Давай это... Ультую их, блядь. Чё у вас там, Андрей? У меня... Блядь, там нордик ебучий, сука. Вот кто, блядь, вас закосил. Играйте 3 на 3, на самом деле. Он на один обречённый у них. Гардиан, там обречённый рядом с тобой где-то. Он в корабль, может, ушёл, я не знаю. Я пойду Норду в спину попробую зайти. Внимание,
Вот почему, будучи ионом, я ненавижу ранина. Вот он. Сука. Норт остался. О, бля, Скайдарк пришел. Ой, бля, пилот, говорит. Сука, пилот, блядь. А скриншот смотрел? Так он мне сколько крови попил этот Норт, а? Нормально, точно. Хороший бой был. Да, достойные соперники. Так, у кого там микрофон как будто во рту находится? Или... у Скайдарка. Короче, у нас тут беда бедов. Справа-то? Справа, да. У нас, да, да, вот, да. У нас там четверо. Зажимайте их скорее, ребятки. А Гардиан уже там. Да, Гардиан уже там. Ну вот, сейчас они всех разберут. Так, надо их уже обойти еще раз. Что, я пока за батареечкой ходил, вы всех убили, что ли? Ага. Ну да. Дала. Ну вот хер тогда вам, вот это я. Иди нахер, Артур! Он там уже видел Артурин, да? За угла. Незаметно. Говорю, он тот черт. Так, кто со мной налево? Я попробую по левой стороне прорушить. Лево Веном один остался. Блять. Право, ты имел в виду право. Точнее, право, но... Ну, я за ним иду, но там... сука, там вообще делать нечего справа, мне одному точно. В центру, короче, то Легион и Нордстар. Справа что идет, ребят? Легион и Нордстар. Скай, что справа? Легион и Нордстар справа. А, Легион и Нордстар, да? Но Нордстар куда-то отошел. А, нет. Блять, добьют там тебя. Ах ты, суки, зажали. В команде действуют, твари. Я забрал этого негодника. Забрал. Даже не в критике. Ах ты, скотина. Отлично. О, нормально. Красавцы. Ну, мы с Андрюхой хорошо зарашили, да? Да. Аск опять ворует, ходит, На меня Акрабе просто вывел из себя, ему за прошлые проигрыши просто сейчас морду всю начищено. Блин, у меня кто-то Нордстара украл наглым образом. Мы тут вдвоем нас сейчас полностью с левой стороны сейчас обойдут. Блять, уже обошли. Лёх, уходи оттуда, всё равно нас... Давай, Артур, добивай его. Добивай, все. Я жидку, короче, беру. Давай, рашим Нордстара. Вариантов нет. Здорово, брат. Так, обходим. Нордстар готов у них. Убил пилота? Так, еще один тут остался. Не убивай, ну меня давай. Да, один там, вообще у него ничего нет. Вот и все.
Задавили правую сторону и зашибись пошло. Я ему хедшот, блядь, сделал. Рожаснос. Скорчара? Казалось. Сука. Меня убили, пилота. В смысле тебя убить? Артур, ну не ты, блин, за херню. Пиздец, блин. Вот сейчас на нем еще улету кто-нибудь. Чё-то поджались мы. Там, сука, узко, бесит. Гардиан красавчик. Он сзади зашел, жарит там еще. Да, доставил им проблем, походу. Вообще красава. По полной набивает. Блять, пилотика забрал. Но это все равно не палять. Андрюх, сколько там их? Один вроде, не знаю. Один легион. А это значит, что остальные где-то там. Блин, давай, я Гардиан, короче, все уже, пока буду чисто я поддерживать. Набил ульту на нем. Артур, да. Давайте быстрее, у нас их трое, вы там ряжьте их побыстрее. Ага. Сука, ну как так-то, ну? Вот нашел время, рэш, блять. Рэш. Там я почти всю жизнь забрал. Пилот мне в спину долбит. Бля. Настрой титанов, но у них живые все пилоты, ребят. Эти с этим аккуратнее. Где у них титаны? Снизу. На респе. В ангаре. Снизу в ангаре. Мочите этот пилота гребаного. Убил, убил его. Выходите как-нибудь из этого узкого прохода, а то он сейчас... Скай, на... Скай, иди наверх, жидку возьми, Скай. Наверх жидку возьми. Один на три. Сзади, ранен. А, ранен, да у него там жизни вообще не осталось. Да, но не хочу умирать. Выпрыгну к хуям. Так же, такие же позиции. Победа близка. Пора зарабатывать денежки. Подожми, уничтожьте титана врага. Ну пропустите наверх, ребята, мне нельзя опаздывать. Угу. Что-то уже прилетело мне тут. Чё скажешь? Так, ну пока чисто, сейчас. Давай. Подожди, пока не идем. Вот, ждут они нас, там скорч и. И Нордик. Гардиан, давай отступим. Ой, нормально, не будем это. Нормально. Давим эту падлу. У меня ошибка сильное открытое пространство. Я так долго не протянул. Я щиток положает. Поставил, если что надо. Да плохо ты его поставил. Чё там, забрали Нарда? Блин, может, ну его нахер легиона, пошли им в спину зайдем, пацанам поможем наверху. А легиона потом доразбираем. А он что-то уже разобрался. Зажали парня.
Него, наверное, сейчас бомбит. Да, да, да. Два раза наткнуться на нас. Ну я его начищу, постоянно буду чистить ему морду на.